Хей, hey, с вами Шимки, и это The Binding of Isaac Attributes Plus. Давайте, короче, сыграем за Зазель. Почему бы и нет, на харде, по-быстрому, по-фасту. Так, сразу в шипастую комнату заходим. Здесь ничего интересного. Реролл, реролл. Золотая комната. Библия. Ну, плюс сердце, считайте. Фигня, ладно. Фигня, фигня, фигня. Реролл. Пожалуйста, что дать мне, что норма. Огненные бомбы, фигня. Реролл. Вот этот шприц, который меняет все статы. Ну да, он мне дал дамаг, но минус скорость передвижения. Fortify. Build up. Все, мы играем. Считайте, мне дали дамаг просто. В принципе, норма. В принципе, норма. Все статы увеличил, только спиды понизил. Я бы слезку хотел гравитационную. Ну, именно не слеза гравитационная, а контроль. Тихо. Так, они сейчас в кучку соберутся. Так сказать, мини-рой. Так, бомба нужна. Одна бомба. Ого. Вешалка. Увеличенная скорость атаки. Довольно неплохо. Даже очень неплохо. А, давайте я не буду, короче, скипать появление боссов, да? Или скипать. Не знаю, ладно. О, ключ. Как раз золотая комната. Не, он все, он не громко орет. Он бывает очень громко, да, бля, делает. Хотя можно моб поискать, который делает тише его прим. Как вариант. Так, там хороший сундук каменный. Ай. Так, пойдем. Стовариантный лучше сломать камень или лучше сундук. Сундук может быть вещь. Да, я в плюсике. А, короче, зайдем тогда в магазин последний, который будет у нас. Главное, чтобы там был не автомат реролльный. А то будет даже обидно. Ключ. Вниз. Ключ. Довольно много нам ключей попадало, слушайте. Блин, вот если бы мой сразу начал пулять, плюс еще тирзап. А, плюс один только. Ну, минус один. Хм, голова. 100%. Да возьму, ладно. Тогда нам нужно будет сходить все-таки. Тогда нужно будет все-таки в магазин сходить. Хотя, не-не-не, ногу ладно, я ставлю. Я просто не хочу умереть. Мне осталось тут одно черное сердце, если так даже подумать. Да, я могу с помощью малого их взрывать. Не зарядился. Бляй. Две батарейки, зачем? А вы надоели, чё вас так много? Одни батарейки. У меня что, есть активный предмет? Я не понимаю.
Times. Money. Ладно, тогда поехали все-таки вниз. Ради ключа можно было. Не зря ли я взял голову? Надеюсь, нет. Буду надеяться, что не зря. А если зря, то обидно. Теперь я могу ломать все, что мне нужно. У меня нету скорости передвижения. Тут я могу бомбы не юзать. Ломать все подряд. Ходить. Хотя бы скорость нужно увеличить. Да, скорость у меня могло быть получше. Так, ладно, монетка. Да, большая скорость тоже как бы здесь не так уж важна. Смотря с какой стороны посмотреть, ладно. Беру свои слова обратно. Монетка. Да, видите, автомат был не тот, который мне нужен. Тихо. Может, я люк найду. Как вариант. А, точно, я ж люк могу так найти. Хорошая идея. Хорошая идея. А где я там бомбу не достал? Опа. А, это магнили пилюли. Блин. Ау. Ауч. Ладно, плюс дамаг. Уголь. Чего? Ну нафиг. Сейчас бы еще врагов ко мне притягивало. Это вообще жестко будет. Не, дамаг, ладно, мне есть, дайте мне теперь дальность атаки. Пол синего сердца. Или серое, почему-то говорят. Для меня это синее сердце. Ой, грибы начинаются. Вот грибы это для меня very hard. Сложечно будет. И наступать на них. Я не знаю, как определять, типа, какой может взорваться, какой может не взорваться с грибов. Поэтому лучше не рисковать. Ай. Минус пол черного сердца. Да, магазин мне точно здесь уже нужен. Так, это гриб. Ой, гриб. Боб, который дамажит. Дамажит тогда, когда... Ну, короче, пердит, когда мне дамажит. Не хочу потерять черное сердце, нужно куда-то идти. Нужно искать ХП. Где не будет ХП, я сразу покупаю ХП. Потом только донатим. Прежде чем донатить, сначала ХП. Speed up.
Отлично. Так, ничего не дропнулось. Ха, даже так, да? Реролл всех вещей. Ну нафиг. Бомбы, бомбы. Табли Тостина. Две табли Тостина. One is small. Make it small. Paralysis. Минус 4 ключа. Минус 4 ключа, как нифиг делать. Люков нету. Хер тебе. Так, как договаривались, забираем тебя. И можно отправляться тогда дальше. Сердце. Ну и это не сердце, но все же ладно. Бац, бац, бац. Нахера? Мне так много. Бля, по наушникам ударил. Батарея. Мне ничего нету активного. Хотя, может, типа, мне сейчас что-то дойдут активное с босса. Тоже как вариант. А что-то сам... Party Orbital. Вот если бы я сейчас врезался и мне надамажило... Ну вас к черту. Танцуем, танцуем, танцуем. Плюс хп. Если там нету хп, идите нафиг. Дает одно черное сердце. Короче, это фигня. Ну как, все дается вдвойное. Мне кажется, сердца поинтереснее будет. Хлоп. Минус пол его сердца. Осторожно, черепки ломать нужно. Блям. Ну возьму, у меня все равно никакой нету тринки. Золотая комната, вперед. Предмет, который на мне не работает. Why no? Why no? И просто живу, я не знаю, на таких лол хп. Просто лол чпи. Идемте наверх. Я заметил, что магазина еще не встретил нормального. Мне это немного пугает, то что это что у нас? А, деп. Деп 1. Ладно, еще есть шансы. Еще шансы есть. Давай, машина донатная. Там надоели, дайте донатную машину. Donation Machines. Вниз. Я уже как сам муха питаю. Как свой питомец. Как бейбик. Нет, мы тебя не возьмем. Извиняй. Так, это взрывной, поэтому... Поехали. Надоело этих создавать, если бы ты знал. Харе, прыгай. Дерись. Хорош. ХП. О, черность. Ой, сердца, все, отлично. Выживаем. Фигня, фигня. Кошка. Гарпию я уже не соберу.
Поэтому нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг. Айзек прикольность D6 будет. Потому что им можно будет реролить все, что угодно. Все предметы. Даже заходя в шипастую комнату, можно будет там реролить. Ну, понятно, что будет у меня шмотка из адской версии. Каким-то шансом. Ага. В принципе, можно... А, ну так не взорвет, ладно. Тык. Тык. И его здесь. Dark Heart. Черное сердце, минус, до свидания. Босс, еще рано. Пойдемте тогда в самый низ. С самого низа тогда найдем. Может что-нибудь. Магазин мне срочно нужен. Если понадобится, я тогда куплю вещи, которые там будут. Даже если это будет дерьмо. Плюс монетки. Ну я думаю, почему бы сейчас не телепортироваться, да? Зачем время тянуть? Дортмен. Сам полетели. Джокер. Больно. О, Мэтт, здорово. Моя надежда пропала. Ладно, возьму тебя. Что за карта? Дэвил. Возьму Дэвил. Дэвил, Дэвил, Дэвил. Ну, идем тогда к боссу, да? А, мы золото не нашли. Фигня, фигня. Можно зайти в это, будет в шипасту, почему даже нет? Тихо, тихо, тихо. Партия флай спасла. Так, вверх. Ключ открываем, все открываем, забираем, улетаем. Ты золотую вообще, да, не даете комнату? Ролбомб. И огня, ничего нету. Где золотая комната? Спасибо. Минус еще хп. Я чуть не взорвался. А чем у меня магазин не подсвечен? Где же там был? А, это не магазин. Это у нас не магазин. У нас библиотека. Олсхарт. Ну пойдемте в библиотеку сходим. Посмотрим, что там продается. Может, книги? Да, это книги. А че я туплю? Тролль-бомба у нас... Ну, не тролль-бомба, а бомба у нас есть. Пойдемте реролить тогда автомат. Че я туплю? Дабл-бомбс. Бумеранг просто куплю, пускай будет. Чтобы в так делать. Горячий бумерангом. Это тоже уже никогда не куплю. Это, конечно, возьму. И все, идем.
Знаете, что можно сделать? Можно попытаться... Я зайду в адскую комнату. Ну, когда... Ну, вы поняли. И я попытаюсь... Шматьё там халявное хорошее получить. У нас еще даже так. Тупые комары. Так, фигня. Пойдемте сюда. Так, жмем. Голова гарпии. На халяву дали голову гарпии. Побег создающих мух, пускай мне лучше будет. Что по предметам? Фигня. На босс раш я не хочу за зазели. Мы уже и проходили, кажется. Да? Мы же проходили? Да, проходили. Значит, можно просто идти сейчас на раш. Раш, раш, раш. Может взорвать просто дверь. А, ключ возьму. Арена, сходить может. Ой, сейчас я опасно сделал. Ну ладно, повезло. Кто знал, что там еще был? Точно не я. Так, ладно, скидка у нас есть. Пойдемте. Отлично. А почему мне отнял только пол сердца? Минуточку. Почему мне отнял только пол сердца? Ладно. И так сойдет. По сути, мне должны отнимать по фул хп. Опять как эта обнова прошла, мини-обнова, которая была неизвестна никому никогда. Хотя не, враги наносят по полу дамагу. Враги наносят фул дамаг. Так, вперед. Прикольно. Прикольно. Так, батарейка. Еще бомбы. Отлично. Как раз и босс. Как раз и босс. На самом деле спорный враг. Да и нет такой. Ох, плюс еще дамаг. Да, все-таки гарпи мог бы собрать. Плявный предмет. Ничего не теряем. А, я все равно заполню его. По комнатам пробежимся, заполним. Пошли. Оу, кровать. Кровати ничего более. Так, сундук. Бомба, ключ. Нет, тут тоже ничего нету. Ладно. Главное заполнить мне предмет. Заполним предмет и изи вин. Тихо. Чуть не задамажили.
Да, эта херовина их ваншотит. Там, кажется, нужно 100 какашек сломать. 100 какашек сломать, и еще какой-то должен у нас быть этот. Типа челленджа. Муха задоджила. Мухи доджат, мухи доджат, все. Здесь получаем мы мною, по сути, урон, доджится. Готово. 25 коинцев. Да, мы идем, вот, мы идем дальше. Идем до конца. 25 коинцев. 25 коинцев дают 25 монет. Фу. Не знаю, как он меня не задамажил. Окей. Вот ссылочка, видели вон значок? Это ссылка к Зельде. Блин, он мух создает, и я чуть об это... А я возьму лучше боб. Так, ладно. Там навряд ли сердца будут. Жирный Джонни. Жирный Джонни. Минус. Так, вот эта херовина жесткая. Ключ. Так, ладно. Немного нужно. Ого. Чем? А, проклятие пропало. Кайф. Убей. Легкий. Ты легкий. Ай. Я не успеваю за ногами. Ладно, изи. Готово. Муха добила. GG. GG. Так. Статс. Эндинг. 8. 25 коинцев. Ну что, вот и все. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до встречи, друзья. Всем пока.